Рита Дакота рассказала в Инстаграм об отношениях ее избранника с дочерью Мией от первого брака. Рита утверждает, что Федор Белагай воспитывает ее дочь очень мудро, показывая ей все на своем примере поведения. Белагай выбрал здоровую систему развития ребенка, учить примерным наставлениям без принуждения насилия, заключила Дакота. Пишите в комментариях, как вы считаете, какой подход необходимо осуществлять при воспитании ребенка. Не забудьте поставить лайк этому видео, поделиться им с друзьями, а также подписаться на наш канал.